2023 году мы запустили линейку Paperlit Molecular Force. И сегодня я бы хотела рассказать вам интересную статистику, которая у нас уже получилась с Нового года о нашем проекте, поэтому здесь будет немножко цифр, но я думаю, что они вам будут очень интересны. За все это время, с января и по сегодняшний день, мы продали почти 500 000 банок. Почти более 70 000 консультантов приобрели нашу линейку. И это не просто те консультанты, которые покупают именно категорию Wellness, а покупают именно только линейку Molecular Force. Мы провели 250 часов обучения по нашей линейке. И это онлайн-встречи, офлайн-встречи, это вебинары, это видеоматериалы. Мы очень много работаем над этим, и надеюсь, они вам очень полезны. Также в рамках мы получаем 1000 положительных отзывов о наших биодобавках. Возьмем, в пример, цифровой форум, который мы проводили в апреле этого года. Кто смотрел его, кто на нем присутствовал? Отлично! И я знаю, что вы, я уверена, что вы вдохновились этими историями, историями этих людей. И поэтому это тоже вдохновляет меня дальше создавать. В рамках нашей программы продвижения Paperlit Molecular Force самыми активными лидерами нашей компании была разработана программа, благодаря которой приобрели БАДы более 80 лидеров от звания директор и выше. Я хочу объяснить немножко этот пункт. Это значит, что вы, директора, лидеры, вы не только наставники для своей команды, но вы являетесь примером и для команды, и для своих родных, и для ваших покупателей, потому что, принимая добавки, видя результат, вы делитесь этим. И вместе мы с вами делаем людей здоровыми и счастливыми. Поэтому я хочу поблагодарить всех лидеров, которые поучаствовали в нашей создании этой программы. Я знаю, что вы сегодня здесь. Я вас благодарю. Это наш с вами общий результат. А что касается VIP-консультантов, здесь у нас процент 50%. Это хороший результат. Я уверена, что мы можем сделать лучше и больше. Для этого у нас есть все инструменты продаж, а об одном из них вы узнаете сегодня, но немножечко позже. Так, в рамках нашей программы мы обучили и подготовили 60 экспертов по здоровью. Все эти люди прошли обучение и сдали контрольное тестирование нашему Александру Эдигеру, которого вы все знаете, одному из людей, кто создавал эти добавки. И сегодня в зале присутствует часть из этих людей. Я хочу, чтобы вы на них посмотрели. И я хочу, чтобы мы все вместе с вами поблагодарили их за такой большой труд. Спасибо вам большое. Вы делаете огромную работу. Мы очень-очень гордимся вами. Наша группа экспертов работает в Telegram в одном канале, который называется Paperlit Molecular Force. На данный момент в этом канале целых 8000 участников. У всех этих людей есть возможность задавать свои вопросы нашим экспертам, получать профессиональные ответы. И представьте себе, на данный момент мы провели более 10000 персональных консультаций. То есть эти 60 человек вот такую огромную работу проделали. Давайте еще раз их поблагодарим. Сейчас на экране вы увидите QR-код. Это тот самый телеграм-канал, поэтому я предлагаю всем вам присоединиться. Это очень хороший инструмент. Пожалуйста, присоединяйтесь, получайте свои ответы, отправляйте туда своих консультантов. Очень-очень хороший инструмент. Отвечаем мы все быстро, в течение суток даже. Мне кажется, это день 12 часов. Ну и я пришла сюда не просто так сегодня рассказать вам статистику. Я знаю, что у вас уже очень много вопросов накопилось. Когда же продукты снова вернутся в продажу? И я с радостью объявляю, что с 16-го каталога 2023 года продукты снова будут доступны.
проделали огромную-огромную работу. Мы перенесли производство наших добавок в Россию. Мы сохранили все формулы, все ингредиенты. На это у нас ушло 10 месяцев. Мы очень-очень торопились, потому что понимали, что мы не можем оставлять вас без наших продуктов. И что же я хотела сказать? Запуталась немножко. Да, мы очень рады, что... теперь продукты всегда будут доступны. Больше не будет таких ситуаций, когда у нас будут небольшие дефициты. Мы с этим справились. Поэтому теперь мы можем работать, строить структуры, все будет хорошо. И еще одна очень классная новость. Все наши добавки теперь получили сертификат халяль. Радостной новости. Я хочу поблагодарить за такой теплый прием.